выбирай место для разворота. В левый ряд уходи. Еще раз в левое зеркало смотри. Смелее до стоп-линии. Стоим. Вот чтобы стоп-линию увидел. Вот она скрылась и остановилась. Левый поворот не включай. Можешь еще немного протянуть. Один едет медленно, так, да? Другой летит. Из-за этого мы стоим. Что, не успеешь? Светофор даже замедлил. Крутируй. Пешеходов нет? 40. Выбирай место для разворота. Левый поворотник. Раз. Раз. Поворотник. Чтобы далеко не ехать. Крути. Разгоняй. Не бойся. Выбирай место для разворота. Выключи поворотник, смело едем, сплошные же, видишь? Вижу. Все. Теперь вижу. Что там дергается? Левый поворотник включай, в зеркало смотри. Когда будешь перестраиваться, еще раз посмотри в зеркало. Ушла, чтобы на сплошную длинную линию тоже не заехала правой стороной. Посмотри в сторону поворота, чтобы там ничего не мешало тебе. Еще немножко потяни вперед. Крути руль, поехали. Крути руль полностью. Во. Выравнивай руль. Выравнивай. Это не нам сигналили. Нет, конечно. Выбирай место для разворота. Левый поворотник, левое зеркало. На главную дорогу видишь направление движения по полосам слева. Видишь? Тебе подсказка, машина стоит на повороте. Притормаживай. Ты не смотришь в зеркало почему-то. Подъезжаем, левый поворотник включай. Полная остановка. Крути руль, поехал, успеешь. Крути. Поехали, не бойся. Они же должны меня пропустить. Обязаны. В левый ряд уходи по возможности, не заигрывайся. Там машина едет. Давай, ладно, за регулируемым перекрестком выбираем место для разворота. Что мы сейчас проехали? Едем. Что мы проезжаем? Регулируемый пешеходный переход. Вот. Задача какая была? За перекрестком. Все, в левый ряд перестраивайся. По возможности, ключевое слово. Ты газонист, что ты прямо здесь будешь перестраиваться, что ли? Сейчас пошли. Пошли. Вот. Едем. Зачем ты ногу на тормоз? Левый поворотник включай. Вон где человек поворачивает, аккуратненько заходим, тут сплошная такая вот, а чтобы на нее не заходить нам, сплошную справа. Посмотри сначала влево, тебе ничего не мешает? Нет. Смотри назад, за нами никто не прется там? Нет. Вот. Левый ряд надо здесь уйти, чтобы по маршруту ехать. Главная дорога направления показывает так вот. Здесь видишь, появляется три полосы. Правая полоса уходит направо, мы по прямой едем.
ну, наша средняя полоса становится крайней правой. Поворотник включать здесь не нужно. Не нужно. Мы же не перестраиваемся. Поехали. Сейчас перестраиваемся в левый ряд. Левый поворотник. Левое зеркало. Пошли. Включай поворотник. Выбирай место для разворота. Смотри по сплошной линии слева. Где-то вдалеке я опять увидел знак «Главная дорога» и движение по полосам. Ага, значит, где-то есть поворот, правильно? Левый поворотник, левое зеркало. Не надо тормозить. У тебя вот полоса торможения. Вот она. Ты не с большой скоростью ехал. Стоим. Еще подтянись, чтобы в бордюр не въехать. Стой. Все. Смотри, светофор замигал, посмотри, слева машина выезжать будет, понимаешь? И сзади смотри, чтобы никого не было. Поехали. Крути полностью руль. Полностью. Поехали, не бойся. Дворники было не обязательно включать. А это я включила. Ну, конечно. А где-нибудь на правый ряд перестройся. Левый ряд перестройся. Но при этом едь при этом, разгоняй машину. Нет возможности сейчас, потом перестроишься. Машину разгоняй. Ну, кого ждем? Выключай поворотник. Здесь мы разворачивались, да? Следующий поворот ищи. Ну, могла здесь остановиться, развернуться. Можешь вот тут остановиться, развернуться. Крути руль полностью. В зеркало посмотри. Крути руль полностью. Ну, разворачивайся. Крути влево руль. Конечно. Я не поняла просто. Ну как не поняла? Тут же технологический разрыв. Да, же просто... Поворот же есть. С депо выезжают сюда троллейбусы. В левый ряд уходи. Выбирай место для разворота. Зеркало обязательно смотри. Тут очень узкий проезд такой, полоса узкая. Так что аккуратненько. Заедешь колесами на сплошную линию, либо слева, либо справа. Ну, скажут до свидания. У ребят там уже красный, говорит, они все гонят. Как они так ехали, что ж. Крути руль. Пошли. Нет, я говорю, руль крути, а ты ж, ну ты что? Он по второму ряду едет, а ты бы уже на первом был. Он же не менял свою траекторию пути. Нет. Надо слушать меня. Крути руль. А потом поехали. Ты ж начинаешь ехать куда-то. Вот, смелей, разгоняй. Или после 10-го разворота начинается это, да? А болтанка головокружение. Левый ряд уходи. Поворотник включай. Правый ряд перестройся. Посмотри, где ты перестраиваешься. Через сплошную, да? Поняла, да, ошибку? Да. Как бы человек хорошо бы не ездил, не управлял автомобилем. Рефлексы надо, то есть, ну, слушать, да, себя, а не только... Надо еще и глазами смотреть. Да. Слушать себя вообще нельзя, мне кажется. Я сам себе такого наговорю, но думаю, что мама не горю. Почему он не показывает там? Ну, потому что он не показал. Что, он в левый ряд уходи с газом. Нет, уже не с газом. Нет, ну, уходить мы будем. Смело за ним пошли, смело. И в левый ряд сразу раз. Бум. Еще здесь развернемся. Наверное, мы все-таки заехали на сплошную. На
Нам нужно показать практически все развороты, которые здесь есть. Смотри вперед. Светофор замигал. Впереди останавливается машина. Крути руль, поехали. Поехали. Но он даже не понимает, что ты хочешь сделать. Ничего страшного. Так бывает. Выбирай место для разворота. Левый ряд уходи. Включай поворот. Не спеши, там красный. Куда ты летишь? Страйк. Парень молодой в грузовике сидит, конечно, он же правил, думаешь, что знает, что он сдал, но слава богу, на грузовик сел и поехал. Я, в принципе, могу тоже забыться, не подумать, что человек разворачивает. Ну, человеческий фактор, в большей степени. Зеркало почему не смотрит? Чего ты испугалась? Нет, я нормально, я улыбаюсь. Крути руль. Нет, ну ты, я имел в виду, почему не поехала раньше. А, до этого? Конечно. Береженого Бог бережет? Типа того. Тоже неплохо. Я никуда не торопишься. Разгоняй машину. Ты не торопишься. Это хорошо. Там красный гейт, можно не разгоняться. За регулируемым пешеходным переходом будем выбирать место для разворота. Регулируемый пешеходный переход. Место для разворота. Теперь строится на пешеходный. Для начала как минимум начать движение. Угу. Ну, так все верно. Да разгони ты машину, господи. Разгоняй, включай поворотник, смотри в зеркало. Только со скоростью так мы пойдем со светофора. Такое ощущение, как будто я тебе тут электрошокером бью. Вон тебе пешеходник. Левый поворотник включи. Вот, здесь. Уходи, уходи, уходи за джипом. Может, не здесь будем разворачиваться? А, ну да. Конечно, смотри, где ты будешь разворачиваться. На кладбище. Еще вперед протягивай. На кладбище мы будем разворачиваться. Крути руль полностью, 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 полностью. Не газуй, а то он сейчас газанет нам. Вот. Разгоняй автомобиль, в левый ряд уходи и выбирай ближайшее место для разворота. Раз. Еще раз левый поворот включи. Вот здесь будем сейчас разворачиваться. Еще немножко. Еще вперед. Вот так, раз. Все. Сейчас там ребятки остановят. Крути руль, тебе моргают уже. Спасибо. Выравнивая руль. Ты понимаешь, ты уже это, получается от пилотов переулка, считай. В каждом уже развернулась в повороте, перекрестке, пересечении. В прилегающих. В левый ряд уходи. Давай, 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 с газом, смелее, 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 смелее. Не бойся никого. То, что он гудит, это его личная проблема. Левый поворотник. Разворачиваться будем. Не спеши здесь уже. Все, в эту полосу зашла уже потихоньку. Ты же можешь просто тупо проехать. Крути тут. Фига ты смелая. Газу дай. Троллейбус не остановится, так как мы быстренько. Левый ряд уходи. Ты когда в полосу торможения для поворота налево уходишь, вот эту вот, дополнительно, ты же соблюдай боковой интервал у этих, как тебе сказать, скажи, напомни, я тебе скажу, сплошные линии. Сплошные. Опять сейчас будем разворачиваться. Он
мне что нужно сделать? Разворачиваться. Ну, зеркало, полосы. Левый. Стоим, крутим. Смелей, газуй. Потом думай, что тут делать нужно было. Главное свалить отсюда. Левый ряд уйди. Давай, 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 давай. Правый ряд уйди. Выбирай место для разворота. Тебе поворот ничего не мешает? Нет? Здесь тоже можно было в трех местах развернуться. Включи левый поворот. Здесь, конечно, опасно, но можно. Вот, стоишь вот тут. Стой, почему я тормоз держу? Вот поворот справа есть, видишь? Люди же могут направо уехать, ой, налево от нас получается, да? Здесь вот прерывистые, видишь, тут даже ничего, никаких линий нет. Соответственно, мы также можем встать в полосе и развернуться, крути руль полностью. Смотри, чтобы по разделительной скорой никакая не шла. А то бах будет, в левый ряд уходи, выбирай место для разворота. А если есть дополнительные полосы, как сейчас, вот этот вот, да, мы заходим, то напротив выезда останавливаться и поворачивать, как мы сейчас сделали, нельзя. При наличии дополнительной полосы ты едешь по сплошной полосе справа, посмотри в зеркало, ты на ней стоишь, не сдавай экзамен. Не спеши, не спеши, все, стой, машины летят. Заигралось, все, хватит. Но они увидели, что учебка, аж с фары видел, включил. Чтобы мы его видели. Мы же считается самые глупые водители, как они считают. Крутим руль полностью. Давай смелее. О, молодца. Левый ряд. Теперь вправо. Выбираем место для разворота. С поворотником. Опасно? Я их тоже боюсь. Больше. Притормаживай, уже притормаживай. Здесь полоса небольшая, но обращай внимание. Опять правыми колесами по сплошной едешь. Здесь едь как инвалид, как каракатица. Ну главное, понятно, чтобы гаишник вот так посмотрит и скажет: о-о-о, до свидос. Дальше не надо ехать. Ты сейчас. А, это еще прерывистая, да, идет у нас, получается, да. Сплошная и кусочек, ну, прерывистая. С этой стороны ее пересекать можно. Просто так же нужно подъезжать, чтобы не задеть сплошные линии спереди, которые. Мне кажется, или мы могли проехать? Нет. Нет? Вы могли, я нет. А что я, блин, отмороженный, что ли? Да я мог. Самое главное верить, кто-нибудь нас либо пропустит, либо они когда-нибудь кончатся. На экзамене не надо спешить, вообще не нужно спешить. Я верю, что когда-нибудь этот поток машин пройдет, проедет. Ну, сейчас красный загорится и нормально будет. Только где красный? Вон там заморгал впереди. Вот смотри, вот этот человек останавливается, крути руль, высовываемся. Высовываемся. Теперь поехали. Ребята, спасибо. Все свободны. И вы тоже. Валим, 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 валим. А то они скажут: да нафиг мы их пропускали. Не сдала экзамен.
ряд уже. Почему? Не я же на зеленый проехал. На какой зеленый? На мигающий. На мигающий, да? А нельзя. Да не было уже мигающего, уже желтый горел. Не было желтого. Что ты со мной? Не было. У нас камера все записала. Неправда, был зеленый. Не было зеленого. Был зеленый. Так, пролетела на ноль зеленый. Какая минута? Не докажете. А мне что доказывать? Тебе гаишник поставил бы не сдачу и все. Так не было желтого. Ну как не было? Не было. Когда было? 20 секунд. 20 минут. 20. Я просмотрю эту запись. Могла. Ну могла. Я думала про желтый. Не надо думать, это было в прошлом. Да, все. Это было в прошлом. Тихо, тихо, тихо. Я ничего плохого не делаю тебе. Крутируй. Давай, 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 крутируй. Да пока ты крутишь руль, вон, я тормоз подержу. Надо было резче, резче, раз и поехали. Поехали. Ты должна на разворот уходить 3 секунды, а не 6. Конечно. Теперь вправо ряд. Что у тебя манит сразу влево уходить? Рефлекс. Натрессировали. Да, теперь вправо уходи. Вправо некуда. Некуда вправо, да, уходи. Молодец. Теперь влево тогда уходи. Даже уже начала думать. Поворот не включай. Думать, когда начинает человек, это очень хорошо. Давай со светофора. Давай, 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 пока они лук чистят. Только смотри, у меня не ракета. Вправо ряд уходи. Место для разворота. Что? Ну что? Что? Давай, делай вещи, делай, делай, делай. Не. Кто не играет в хоккей? Ну, там не помню. Не помнишь, да, кто не играет Нет. в хоккей, да? Он. Ну ладно. Поворотник выключи тогда. Выключила до того, как вы сказали. Надо было сходу уходить или вариант. Вообще свободно было. Он там ехал вообще далеко-далеко. Че, поехали? Куда ты едешь, красный блин? Ты же, говоришь, думать начал. Процесс непостоянный. Газу дай, а то я куплю этот Прадо, а у меня денег нет. Выбирай место для разворота, помнишь, да? Ну, выключай поворотник. Зачем ты его включила? Заблаговременно, да? Так, да, на всякий случай. Вообще весело. Тут вообще остановка, видишь, слева, тут негде разворачиваться. Нет, не верю. Хотя вот выезд есть, можно остановиться, но здесь будет. Еще раз на желтый проехала. Ну, я уж не заметила желтый. Еще место для разворота. Тихо, тихо, тихо. Убираешь, скорее всего. Едем, едем. Аккуратненько. По зеркалам смотри, проходит твоя машина? Да, проходит. Все, руль ровно держи. Тут ты направо пытаешься выехать. Еще протяни вперед. Еще. Вот так стоим. Ребята идут там с поворотом, да? Угу. Ну, по логике они меня должны выпустить. По правилам дорожного движения. Могут они выпустить, да? Ну, вообще должны. Ну, тут еще один какой-то встал, который хочет побыстрее выехать. Сейчас будет весело. Как мне быть? Как тебе быть? Да. Я не знаю. Аккуратно, наверное. Смотри, крути руль. Я не говорю ехать. Крути руль с места, бегом, крути. Теперь потихонечку поехали. Да поехали смелее, бей ты их всех, блин. Надоели.
чуть-чуть. То есть все нарушили? Ну да. И три раз испугалась. Три машины нарушили. Нет, ну те ребята, бог с ним, они поворачивали направо, но тот человек, который поехал налево, выбирай место для разворота. Опа, сообразила. По сплошной катануло правым колесом. Молодец, за сообразительность 5, за невнимательность 2. Там конь идет через дорогу. В смысле, я думал, все, пить брошу, слышишь? Ну я реально подумал, что там глюк. Я его видел. Просто хотел, ну, стеснялся у тебя спросить, реально это или нет. А это знаешь, что люди на коней переходят? Бензин дорогой стал. Крути руль, конечно. Крути, крути, речи, 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 смело. Смотри, пешеходов нет, зеленый горит. Поехали. Молодец. Опять налёв. Теперь в правый ряд уходи. В наказание. Да ты задолбал уходить постоянно. Ты хотя бы чуть-чуть проедь для красоты, для приличия, не знаю. Красный, для новых ощущений. А то не успели развернуться уже раз. Влево. Влево, ну. А вот если бы красная машина сейчас бы разворачивалась, она бы должна бы развернуться и встать и стоять, пока не загорится зеленый. Потому что это пешеходный переход, да? Движение запрещено всем. И кто бы со двора сейчас бы уезжал бы справа, угу, они бы тоже должны были бы стоять под светофором. Потому что это не перекресток. Во двор ни одного светофора не горит. Ну, как бы, чтобы ему говорили, эй, чувак, давай, уезжай. Убираем место для разворота. Ай, молодец. Посплошно. Да, да лучше бы его проехать, понимаешь? Лучше бы проехать это место. Но не зацепить его. Угу. Еще вперед протяни. Чтобы разъехаться с той машиной, которая слева стоит на поворот налево. Смотри, впереди там 6 секунд на пешеходном светофоре. Он сейчас перегородит путь, ребята. Крути руль. Автобус. Крути руль, я сказал. Крути руль. Не, пацаны знают, что у нас буква У дает нам много преимуществ, да? Выбирай место для разворота. Надо было выключить и включить. Медленно заезжай сюда. Ну ты опять по сплошной, я прям конкретно в зеркало посмотрел. Не суетись. А вот сейчас, ну заехала. Ну конечно заехала. Обидно будет, разворачиваться научила, а сплошные линии не видел. Понятно, что это тяжело, это требуется навыков. Вот 25 минут только и делай, что разворачиваешься. Не каждому счастливится. Крутим руль. Давай, смело, 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 смело. Давай, заяви о себе. Газуй, 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 газуй. Валим, 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 валим. Валим, валим, валим. Чего ты влево не перестраиваешься? 20 минут же прошло. 28. 28. Левый ряд перестраивайся. Но так нельзя делать. Надо по возможности. Ты успела хоть посмотреть в зеркало? Ну я белую машину не видела. Ну вот не видела, а он там сидит и... Седой говорит, сидит. Да, выключи поворотник. Он по-любому сидит и думает, приеду домой, пустырника попью. Потому что это тяжело. Ой, видишь, школа какая соседняя на нас смотрит. Кто ж мы такие резкие? Поехали, газой. Газой, 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 газой. Смотрим. Здесь только, видишь, тебе места нету заехать.
притормаживай. Здесь очень узкий заезд. Хотя бы постарайся, и гаишник тебя поймет, крути роль, что ты хотя бы старалась, да, как бы ты увидела, что полоса здесь очень маленькая. Все, стой. Я на тормоз нажал. Крути мой, крути руль полностью. Только в первый ряд проверяй сначала. Нету никого. Да я тормоз держу, что ты газуешь-то. Опа, 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 опа. За пешеходным переходом выбирай место для разворота. Ну ты поворотник включи, что ты там ручку полируешь-то? Ну, тяжело было. Надо выбирать такие поспокойнее места, где меньше поворотов. Вот здесь включи поворотник. Вот в зеркало надо было посмотреть. Посмотрел. Когда? Когда уже сюда ушли или ну, когда да. Я сказал? Когда вы сказали. Ну вот. Стои. Че, поехали? Не успеешь? Я верю. В себя? Что когда-нибудь эта колонна закончится. Да, конечно, закончится. Все же домой скоро уедут и пойдут спать, а мы будем стоять здесь на повороте. Там впереди светофор. Сейчас господа остановятся, по-любому пропустят тебя на красном месте. Крути руль. Давай. Вот мне кажется, вот на этом белом джипике, который последний поехал, он бы даже остановился бы там, где запрещено в плане напротив выезда. Если бы у него места там не хватило, он бы нас бы и не пропустил. Грубо говоря, на сегодня хватит разворотов. В следующий раз будут остановки.